Достраивать художественный музей будут. Теперь надо найти подрядчика. Начальник управления по культуре региона Елена Безрукова на интернет-форуме на сайте правительства сказала, что в проектно-сметную документацию были внесены необходимые изменения, потому и понадобилась повторная государственная экспертиза. Теперь на основании этих документов и будет размещен заказ на дальнейшее строительство. Ждать открытия художественного раньше 2019 года не приходится, сообщает Политсибру. А вы, наверное, ждете, когда откроется пляжный сезон. Кстати, может, вместе и дождемся. По крайней мере, уже точно известно, сколько мест для купания появится в этом году в крае. Целых 59, сообщают аргументы и факт Алтай. На острове Помаскин в краевой столице уже к 10 июня планируют завершить работы по благоустройству территории. А сегодня проверяют пляж Солнечный. В общем, главное, чтобы лето про край вспомнило. Неделя осталась до открытия домашнего чемпионата мира по футболу. Попасть на матчи возможность у жителей края еще есть. Правда, поездка обойдется в очень приличную сумму, пишут журналисты «Комсомольской правды» Барнаул. Самый дешевый билет из краевой столицы до Москвы на самолет в один конец обойдется почти в 11 тысяч рублей. Улететь на Черноморское побережье без пересадок, а в Сочи тоже будут играть, можно почти за 24 тысячи. Подробнее о ценах на страницах «Комсомолки», там же о тех, кому повезло больше. Хотя просто они о своей поездке на чемпионат мира по футболу позаботились заранее. Татьяна Голубева, наши новости.